Вот. Немножко ближе мы заходим в этот храм. Сейчас люди там сидят. Очень похоже на немецкие, очень. Вот этот шпиль, который находится в Варшаве, это подарок Сталина в Варшаве. Точно такое же строение. Это Министерство, по-моему, иностранных дел, если я не ошибаюсь, находится в Москве, в центре города. Точно такое же полностью. Это Сталин подарил в Варшаве это здание. В такое место, называется лабиринт, но он такой прямой, здесь просто аллейки идут, и так красиво все сделано, конечно, вот такие всякие ходики. Значит, ну, я шел по прямой, а попробую сейчас выйти где-нибудь здесь, но выйду опять же к фонтану. Это не совсем лабиринт, а просто такие аллейки прикольные, вот, красиво очень сделано. Варшава красивая, очень нравится нам. Был здесь последний раз лет 15 назад, много чего поменялось, конечно. Сейчас мы находимся на центральной площади Варшавы. Это площадь центральная, вот русалка, это символ Варшавы. Люди сидят, отдыхают, пьют кофе, пивко. Мы прогуливаемся и наслаждаемся этими видами прекрасными. Очень классно, нам нравится. Прилетели 13-го, сегодня уже 18-е. У меня сегодня день рождения, короче, решили мы пойти в Германии. Тут озеро рядышком находится, где мы живем. И говорят, что тут можно купаться. Мы сейчас посмотрим и покажем это в нашем маленьком ролике. Вон люди купят. Вот Серега, короче, грязная такая футболка. Сейчас будет чистая.
Ну вот мы пришли на озеро, Серега занырнул сразу же сходу. Водичка бомба, вообще прозрачная, но правда здесь уже не видно, а когда заходишь, видно ноги, то есть чистая. Ну здесь на, ну, такая, короче, илистая. Ну илистая, но вода чистая, интересно. Но вода чистая, да. Вот. Очень много людей купается, детей, рыбаков. Несколько мы увидели, может сходим посмотрим, что они там поймали. Интересно очень, какая здесь рыба водится. Сравни с нашей, с нашим водоемом. Что скажешь, Серега? Да, думаю, карасы тут точно есть, стопудово. А как водичка? Да, кипяток. Кипяток, да? Сильно теплый. Допугал, что карьера песчаного? Сильно, а? До песчаного карьера доплывешь? Вряд ли. Ну давай попробуй, я тебя жду, короче. Все может закончиться на первой же попытке. Давай, я жду. Ну, в общем, вот так вот здесь все. В общем, два сумасшедших типа. Блыма. Не стесняются пользоваться телефоном. Там блыма. В это время. Там блыма, и, короче, так, что немцы уже в танке поховались там у себя дома. А мы два украинских хлопца идем в речке. Мы, короче, решили не идти в речку, а возле какого-то вот замка тут. Сесть и отметить немного мой день рождения. Вот, там происходит такое, что когда показываю, ну, короче, там мигает, в общем, вот такой ветер большой поднялся. И сейчас, наверное, будет дождяра валить нормальный. Но очень тепло при этом. Еще светло было, ну там без 15-10 было светло. Сейчас уже затянуло, так вон мигает все. Сейчас будет ливень конкретный. Но мы упорно идем к нашей цели, мы сейчас где-то сядем. Короче, какой-то замок впереди, какое-то строение, и мы сейчас посмотрим, что это. Короче, мы нарываемся на какую-то проблему. Ну, на самом деле, здесь ни полиции, никого нет, но мы ничего такого не делаем плохого. Какие-то идолы стоят. Реально идолы. Смотри, прикольно так все сделано. Идолы, такие колоски. Вот какие-то идолы стоят. Реально идолы. Смотри, прикольно так все сделано. Идолы, такие колоски. Так, все. Вот немцы умеют красиво все это делать. Поддерживать свою культуру, поддерживать те древние строения, которые там веками здесь сооружены, выстояли, да, там после даже войны этой, и первой, и второй, и все это как-то у них. Вот в озере сегодня купались, обычное озеро, чистая вода прямо такая, что просто они молодцы, конечно, для своих людей все делают. У нас там бутылки, мусор, говно, блин. Блин, так обидно, честно говоря, Серега, тебе вот. Почему наши люди не могут понять, что это все просто? Значит, смотрите, вот мы идем по Гермесхайму вдоль какой-то улицы к реке, короче. Вот приходим, люди вот живут, домик, да, приличный. Вот заборы, видите? Это не те заборы, которые у нас 3-4-метровые. Здесь вот забор. Везде так. Нет этого нагромождения, что даже ничего не видно. То есть идешь с двух сторон, идет такое, как будто гетто какое-то. Как люди отделяются от всех. Здесь вот все спокойно, свободно. И красиво в то же время. Ты можешь хоть посмотреть там, что впереди тебя находится. Если бы тут такой забор, знаешь, 3-метровый был, ты бы ничего не видел там. Да? 4-метровая земля. Смотри, как прикольно. Везде такие маленькие заборчики. Классно, уютно. Проходим какой-то, в общем, дом, там 2 или 3 этажа, в котором там, наверное, квартиры.
люди окна жарко открыли, куча лежит различных там вещей, и окно открыто, вот бери там, что хочешь, выноси там. Мы на мосту. Люди уверены, что у них никто ничего не украдет, поэтому мы сейчас какой-то мост проходим, но сейчас темно, не видно, правда. Внизу железка уже. Что-то поехало, типа, какого-то такого трамвая там. Вот так, конечно, оно все здесь. Есть, конечно, свои моменты, там какие-то окурки, там вот эти все, какой-то мусор там. Вот, но все равно, несмотря на это, все чисто, в принципе, так цивильно. Вот, заходим на какой-то мостик, в общем, здесь такая интересная, вот, что это такое, вот, смотри, что это за полоса? Резиновая? Это может быть... Ну, наверное, не связаны. Короче, типа, интересно, что это за штука. Короче, интересно, смотри, по ней, кстати, ездишь, что-то видишь? Какая-то штука, в общем. А здесь ЖД-пути, короче, здесь получается, наверное... Какая-то электричка ездит междугородняя. Вот мостик такой. Вот интересно, что это за штука. Для чего она нужна? Смотри, она проваливается нога, короче. Я же говорю, это несколько мостов. А, это, наверное, типа... какая-то штука, чтобы... Вот мы пришли на речку. Здесь такие вот знаки. Шпайр, Банхов. Это... велосипедная дорожка. А, Шпайербанхов это ЖД, наверное, станция. Шпайербанхов там находится. Здесь Вюрс Райн 25. Короче, вот тут все написано. Гермерсхайм это город. А вот вдалеке идет пароход. Смотри, какой прикольный пароход идет. Он вдалеке. И мы идем тут тоже. Ничего не видно, правда, но здесь, когда мы переезжали, там мост впереди, мы переезжали на машине, здесь очень много людей было, так сдалека было видно. По-моему, даже они тут купались. Где-то, скорее всего, есть место, где можно зайти и покупаться. Вот, ну, понятно, что мы не будем это делать сейчас. Вот, Серега чешет. Короче, там движуха нормальная на этом пароходе. Надо будет узнать, сколько стоит. Может быть, сходим с тобой на такую штуку. Если там евро 15 стоит, там можно будет сходить. Дом плывет. Да. Такую, на такую экскурсию, знаешь, длина, прикольно. Длина было. Дома. Смотри, там сверху вон всякие штуки прикольные. Да. Смотри, вот наша тема. Мы посидим немного, отдохнем. Не знаю, даже может пройдемся дальше, может не пройдемся уже.